Сегодняшняя экспедиция на море. Едем на новый пляж. Друзья, всем привет! Мы наконец-то доехали до моря. Находимся в местечке Гарцемс. Народу пока никого. Сейчас время где-то 8:30 утра. И мы начинаем ходить по пляжику. Посмотрим, что здесь за пляж. Есть какие потеряшки или нет, или его конкретно здесь тоже, может быть, выбивают. Потому что подъезд сюда довольно хороший, асфальт, машину есть где поставить. Это, конечно, минус, но, как говорится, выбитых мест не бывает. И мы начинаем. Ну, друзья, сигнальчик 23. Посмотрим, что у нас тут прячется на 23. Колбасные очистки, колбасные эти самые штучки. Ну вот очередной сигнальчик. Похож, конечно, на пробку. Опять колбаса. Опять колбаса. Какой-то колбасный пляж здесь. Колбасный пляжик. Так, друзья, первый монетосик сегодня, 20 евроцентов. Пляж Гарцемс, первая находка. Лайк. Что нам преподнесет этот раз? Такое прячется. Так, еще монетка. 10 евроцентов. Так, интересно, как там моя женушка ходит, что находит, не находит. По-моему, ничего. Гуляем уже часик. У меня пока 30 евроцентов. И сигналов тоже нет. Значит, пляжик почищен. Довольно-таки неплохо, так что даже пробок мало попадается. Вот что интересно. Ну, продолжаем поиски. Около воды нормально ходить, не так жарко. А по дюнам я ползал, блин, что-то я припрел. Переезжаем в другое место. Здесь пусто, 30 евроцентов и все.
А? Нет, здесь я был. Друзья, всем привет! Сегодня у нас 2 июля. Время 5 утра. И я сейчас отправляюсь в экспедицию на море. Жара закончилась. Все накупались. Должны потерять потеряшки. А у нас надвигается плохая погода. Ветра. Дожди. Поэтому нужно по-быстрому съездить, проверить пляж, кто там что потерял за время купания, купального сезона. И на этом, наверное, пляжный поиск пока закончится. На недельку у нас тут обещают затяжные дожди, сильные ветра, поэтому по пляжам, да и вообще, наверное, придется немножко отдохнуть. Так что вот такие дела, друзья. Увидимся уже на море. Сейчас я собираюсь и уезжаю. Не переключаемся. Думаю, будет сегодня интересно. У меня уже почти все готово. Итак, смотрим. Итак, друзья, добрался я до моря. Блин, долго что-то ехал, но сегодня такой ветер сильный поднялся. В общем, сейчас будем копать на море. В связи с сильным ветрищем, извиняйте за шум, потому что здесь я отошел в дюны еще так, более-менее, думаю, что вы меня слышите. А вот подъехал к самому морю, там велик пристегнул, блин, там вообще ураган. Итак, начинаем нашу сегодняшнюю экспедицию в поисках золота-бриллиантов. Что найду, то найду, все покажу. Так что смотрите, думаю, будет интересно, а может и не очень. Но факт то, что коп начинается. Я пошел. Идем на моря. Сейчас увидите, какая здесь, блин, какой здесь ветер охрененный. Из дюн выйдем, и вы зацените обстановку. Thank you.
экспедиция моя на море подошла к концу. Отползал я здесь по ветру 3 часа. Находок мало, сигналов мало. Видимо, кто-то передо мной здесь прошелся неплохо. Что я нашел? Машинку, такого вот чибрика. И 1 евро 25 евроцентов. Вот и все. Не густо, конечно, ну и не пусто. Прокатился, разведывал место. Теперь буду знать. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Всем удачи. Я еду до дома. Пока.